осознанный расчет. Осознанность мы добились путем большого количества тренировок. Уже не раз выполняли боевые задачи. И готовы в любой момент выполнить поставленную задачу. Каждый из расчета может заменить любого члена расчета. Но также проводятся тренировки. Мы меняемся местами. Каждый выполняет задачи на других должностных местах. И мы готовы в любой момент заменить друг друга. При поставке задачи до пуска проходит менее 5 минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию, выезжаем на техническую позицию. Там проводим перегрузку ракеты разных изделий, различных модификаций. И выезжаем на вторые стартовые позиции. На рядом стартовой позиции оборудуются 3 окопа для каждого члена расчета, так сказать, пусковой остановки. Также есть пункт воздушного наблюдения, пункт РХБЗ наблюдения. А также есть РЭП, у нас работает рядом со стартовыми позициями. Мы проводим все мероприятия для обезопасивания наших стартовых позиций. Боевая машина поддержки танков, терминатор. Имеет вооружение 2 гранатомета и 30-миллиметровые пушки, а также и 4 фура. Противотанковые управляемые ракеты, соответственно, для устранения тяжелой бронированной техники. Танк, доты с осколочно-фугасных снарядов можно также турами поражать. Также работает гранатомет.